Открытие обновленного Дома культуры стало праздником для всего села Дон Терезин Барнухемчикского района. В торжественном мероприятии приняли участие глава Тувыш-Албан-Караул и министр культуры Республики Алдар Тамдын. Право перерезать ленточку предоставили двум юным жителям села. Далее глава региона лично осмотрел помещение в Доме культуры. В здании полностью обновили материально-техническую базу, то есть приобретена новая сценическая одежда, звуковая аппаратура, светооборудование и театральное кресло. Кроме того, по проекту Министерства культуры Тувы 10 домов культуры проведен ремонт, установлено ограждение вокруг территории системы электроснабжения, проделаны работы по укладке брусчатки, монтаж видеокамер наружного видеонаблюдения. Ремонтные работы проводила Тувинская подрядная организация ООО «Гарантстрой».